Всем привет, друзья! Приступим. Давайте вот с этого чебурека. Вот у нас с рыбешкой, с красной рыбешкой. Рыба и сыр, по-моему. Чебуреки у меня вышли на 600 рублей. Ну, а пицца и... Это, по-моему, на 100. Ну, это уже в кулинарии брал. Это чебурек ми контора называется. С рыбой моцареллой, по-моему. Просто тубовый. Необычный чебурек с рыбой, но вкусно. Просто люксовые чебуреки. Давайте с мраморной говядиной. О, смотрите. Нет, с говядиной поинтереснее. Несмотря на то, что я обожаю рыбу, но больше, чем мясо, но именно чебурек вкуснее с говядины. Давайте мяурицу угостим чуть-чуть. А, мяурицу. А. Очень сочный, мясо промаринованное, то есть, ну, со специями, что я обожаю, типа говядина. Ну, пицца вы уже все знаете с кулинарии.
Ветчина, сыр. Майонез. Хотя скорее не сыр, а майонез. Но. Мне интересен вот это с нутеллой и бананами. Пиццуха люксовая. Это не доставка, это я сам сбегал. Ну, как бы, не скажу, что близко, но недалеко. В принципе, принес чебуреки горячие. Там специальная упаковка такая была. Чуть-чуть. Все, хватит. Мяса больше нету. Маурицио лезет, мешает. Мешает делать контент. Ну что, переходим плавно к десерту, а на десерт чебурек с нутеллой и бананами. Я ж ломать его боюсь. А что делать? Там особо начинки немного. Очень вкусно. Тема вообще. Начинки, правда, мало. Это вот все тесто. Нутелла с бананом классно сочетаются.
Конечно, ну было очень мало. Ну все понятно. По-моему, это вообще не нутелла, какая-то паста другая. Хотя, не знаю, вроде нутелла преобладает ореховый вкус. В общем, вывод сделал такой. Сколько бы чебуреков не пробовал с какими-то начинками, самый вкусный это мясной. Говядина, баранина, свинина. Честно, еще бы один заточил. Но это уже до полного, скажем так. Так, в принципе, наелся. Вкусно, конечно. Особенно после пиццы, там, на контрасте так вот. Чебуреки, выпечка, блин, тема вообще. О, ну за счет чая объелся, конечно. В общем, все, друзья, прием пищи был просто топовый, просто на все, просто бомба. В общем, как всегда.